Здравствуйте, в эфире «Вести Москва», в студии Екатерина Коновалова. Главные события дня сегодняшнего. Благое дело по приказу. Уже не первый год проводится этот праздник, в том числе, значит, день безвозмездного труда. Власти Королева настоятельно рекомендуют учителям делиться зарплатой. Что грозит, не согласна. Закодироваться, выпить и взять кредит, не отходя от кассы. Ломбарды, игровые клубы, казино нравится? Вот это, по-моему, лишнее. В московском Шанхае можно найти все, когда свернут беспорядочную торговлю. Увидеть будущее и воплотить. Мы можем создать левитирующий транспорт на магнитной подушке. Блестящие идеи, новейшие технологии представлены на ярмарке в Ганновере. Чем удивляет мир московская делегация? В деле об исчезновении режиссера-документалиста Тамары Егжины, кажется, наступила развязка. Один из трех задержанных сегодня сознался в ее убийстве и указал следователям место, где находится тело. Это лесополоса на северо-западе Подмосковья, неподалеку от Волоколамского шоссе.